В ноябре прошлого года по поручению главы администрации города Чебоксары Алексея Ладыкова был начат пилотный проект в Приволжском федеральном округе по оснащению маршрутных транспортных средств автоинформаторами. О текущей предстоящей остановке транспортных средств на маршруте. Это было сделано с целью обеспечения удобства граждан для обслуживания маршрутными транспортными средствами. В настоящее время все маршрутные транспортные средства в количестве 467 единиц оборудованы данными приборами. Наверное, многие жители города Чебоксары или гости столицы, пользующиеся маршрутными автобусами, хотя бы один раз допроезжали свою остановку. Причиной этому могло быть незнание города, либо невозможность посмотреть в окно. Особенно актуально это тогда, когда оказываешься в незнакомом районе. В таких случаях выход один. Приходится просить водителя сообщить о необходимой остановке, но нередко в суете он забывает об этом. И, разумеется, каждый не раз задумывался о необходимости установки оборудования, информирующего о предстоящей остановке. В телефоне, например, проехала остановку. Ну и когда кошки заморожены, просто проезжала остановку. С весны этого года перевозчиками была проведена работа по оснащению маршрутных средств автоинформаторами, которые заблаговременно сообщают пассажирам о предстоящей остановке, а также дублируют название, что позволяет избежать проезда своей остановки. А сейчас они, получается, предупреждают, какая остановка, и знаешь уже, где останавливаться. Напомним, что в дальнейшем планируется разработка и введение новых путей маршрутного следования, а также замена автотранспорта на более комфортабельный и безопасный, что обеспечит удобство и спокойствие граждан. Анастасия Соколикова, Эдуард Остеров. Жизнь столицы.